Продолжаем прохождение темного мессии и идем в святой источник. Зачем тебе идти туда, любовь моя? Входи, оставь свои тревоги, отринь природу демона и поставь лицо лучам света Эши. Чтобы избавиться от тебя, Узана. Смотрите, какой храм красивый. Даже щиток нарисован. Он чем-то похож на собор в Париже. Я кого-то слышу. Есть. Доспехи из стали теней. Телефонное исцеление. Что-то глюк какой-то со звуком произошел. Я Дилан. Лина говорила мне о тебе, Сарев. Входи. Хорошо, вхожу. Так темно и мрачно. И кашляешь ты как-то испуганно. Там святой источник. Ну что ж, окунемся разок. Сарев, нет! Стой! Ты не посмеешь меня убить! Есть! Успели. Свет! Свет рвет меня на части! Я спалю твою душу, любовь моя! Клянусь! Кошмар! Кто ты? Я древний враг твоего отца. Ступай, возврати череп седьмого дракона. Не дай миру стать огнем и пеплом. Как диктор не сказал пусть слова, наверное. Ба! Драконий рог, кость дракона, драконий клык.